нас с Уралсибом давние партнерские отношения. Просто в этом сезоне мы оформили их в отдельном формате для расширения наших возможностей, что понимаем, что у Уралсиба есть возможности, у хоккейного клуба есть возможности, есть болельщик этот, тот же самый там оператор банка как определенный. И мы увидели в этих вопросах какую-то синергию, да, и перешли на более такой профессиональный уровень, тем самым как бы наше сотрудничество позволит улучшить работу и в банке, и в клубе. Видим такой некий синергию в наших отношениях. Действительно, наши отношения имеют уже очень длительную историю. Ни много ни мало 17 лет банк Уралсиб и клуб Slava T-Life являются деловыми партнерами. Ну и, не постесняюсь этого слова, хорошими друзьями. Если провести небольшую параллель в истории, то с тех времен мы вместе, скажем так, росли. История успеха у нас, наверное, очень близки от, скажем так, брендов республиканского уровня. Мы выросли на сегодняшний день до крупномасштабных брендов, известных по всей России. Да, ровно как и банк Уралсиб, который имеет огромное количество клиентов и сеть по стране. Клуб Slava T-Life имеет огромное количество болельщиков по всей стране. В свое время я еще работаю в Москве. Когда жил в Москве, в этом лично убедился. В 2008 году, когда клуб стал чемпионом, выиграв у Ярославского Локомотива. И это замечательное событие я с друзьями ходил отмечать. И на Арбате в центре Москвы увидел огромное количество, просто толпы болельщиков Slava T-Life с шарфами, с флагами. Но это было реально очень приятно. Поэтому на сегодняшний день, ну, можно совершенно смело сказать, что банк Уралсиб и Slava T-Life – это визитные карточки, это два бренда, самых известных, наверное, бренда нашей республики. Если говорить непосредственно о партнерстве, то да, оно заключается в первую очередь в предоставлении с нашей стороны широкого спектра всех финансовых услуг, всех финансовых потребностей для клуба, не только для клуба как юридического лица, но и, безусловно, для его сотрудников, для команды, безусловно. Спортсмены все, особенно хоккеисты, отличаются очень плотным графиком игр и тренировок и, безусловно, нуждаются в доверенном лице, в уверенности за свои финансовые дела, за свои финансовые потоки. Речь идет, конечно, не только непосредственно о самих деньгах, да, но и каких-то бытовых вещах. И вовремя заплатить за школу ребенка, за детский сад. Учитывая, что много хоккеистов, легионеров, это вовремя и переслать перевод своим семьям. Вот, и этим гарантом, этим доверенным лицом мы всегда стараемся быть. Вот. Ну и хочется отметить, что команда Уралсиба – это не только команда профессионалов, которые готовы и решают все финансовые вопросы и проблемы клуба, но это и огромная армия болельщиков, болельщиков своего любимого клуба, которые всегда готовы везде поддерживать любимую команду. Наверное, только одним уфимским филиалом, если его завести на Уфа-арену, можно практически целую арену полностью заполнить под завязку. Большое спасибо, мы очень рады нашим партнерским отношениям и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Со стороны Slava T-Life договор подписывает генеральный директор клуба Валерий Равгатович Нургудинов. Со стороны банка Уралсиб договор подписывает исполнительный директор, управляющий уфимским филиалом банка Уралсиб Марат Альбертович Мамлеев. Что, договор подписан. Поздравляем банк Уралсиб с присвоением статуса официального банка хоккейного клуба Slava T-Life. Спасибо большое. Ну и в честь этого события стороны решили обменяться памятными подарками. И со стороны Slava T-Life, Валерий Равгатович. С юбилейной датой в этом году у нас 55 лет символично. 55 клубов, то есть историческое событие. Вот, ретро-майки эксклюзивные дарят только очень близким партнерам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Банк Уралсиб, ну, помимо как кредитная организация, имел такое пристрастие и формировал свою коллекцию картин башкирских художников,
Вот. На сегодняшний день наша коллекция уже достаточно большое количество картин имеет. Все эти картины оригинальные, либо были приобретены банком, вот, либо были подарены непосредственно самими художниками. Вот. И коллекция формировалась с первого дня Уралсиба, и на сегодняшний день это своего рода история наша. И вот мы в этот сегодняшний замечательный день хотели бы поделиться частичкой нашей истории, вот, и преподнести вот такую картину известного башкирского художника, оригинал Познова Виктора Андреевича. Вот, на память, слава Богу.